Семен Самсонов. Я, Муралев Александр. Мы ученики городской гимназии города Димитровграда. Здравствуйте, мы ученицы средней школы номер 19 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Выдова. Кутрева Ксения, ученица 10-го Б. И Черкова Анастасия, ученица 9-го Б класса. Димитровград. Небольшой по масштабам России город на берегу реки Черемшан с населением 122 тысячи человек. Время меняет фасады и лица. Мчит, обновляя привычный калаш. Димитровграду есть чем гордиться. Знает Россия ДААС и ХИМАШ. Делят неаровцы атом на части, смелых идей ускоряя разбег. Знал ли Курчатов про ядерный кластер, мысленно шествуя в нынешний век?